91 миллиард инвестиций должны прийти в Тверской регион. Таковы итоги Петербургского международного экономического форума, который проходил в северной столице со 2 по 5 июня. Правительство области заключило 12 экономически важных соглашений с крупными компаниями. Что это даст Верхневолжью? Подробности у нашего корреспондента. Один из итогов участия Тверской области в Петербургском экономическом форуме – это подписание соглашения о сотрудничестве с ПАО «Транснефть». Оно предполагает реализацию социальных проектов на территории региона. Компания уже на протяжении многих лет работает в Верхневолжье. Во многих направлениях мы видим, как наши коллеги помогают региону. Это и социальные проекты, это поддержка школ, это поставка автобусов для школ, это работа с ребятами по программам образования, это поставки в библиотеку книг, которые передаются от региона. Ну и, конечно, это рабочие места, это заработная плата. Это последние 2,5 года в развитии региона «Транснефть» перечислила порядка 2,5 миллиарда рублей, оказала благотворительную помощь на 95 миллионов, в том числе 70 миллионов на мемориал в Ржеве. В ближайшее время будет проработан вопрос дополнительных инвестиций «Транснефти» на территории Тверской области. За несколько дней форума заключен ряд соглашений. В частности, соглашение сотрудничества региона с новой транспортной компанией. Он предполагает создание в Андреапольском районе холдинга по переработке древесины полного цикла. В Торжокском районе продолжается развитие проектов компании Shell. Плодотворной стала встреча с представителями компании «Росагролизинг», где обсуждалась тема развития льноводства. Также готово соглашение между правительством области и «Герц Технологи» в сфере производства оборудование для нефтегазовой промышленности. Помимо этого подписаны бумаги, согласно которым предполагается строительство завода на территории парка Боровлева-3. А совместно с госкорпорацией «Росатом» область реализует меры по комплексному развитию Удомельского городского округа. Также глава региона принял участие в пленарном заседании, где выступил президент Владимир Путин. Можно отметить еще это инфраструктурные проекты, которые сказал президент о том, что будет помогать по выделению средств для развития региональных экономик, инфраструктурных проектов. Но, наверное, такие ключевые вещи мы, конечно, сделаем свой, так сказать, такой план региональный, адаптированный и к результатам форума, и к тому, что сказал президент. В общей сложности правительством Тверской области подписано 12 соглашений. Также регион готовится принять участие еще в одном крупном проекте. Наши компании получили очень серьезный результат на европейском рынке, но мы договорились с нашими партнерами, что мы объявим буквально через неделю. Это новый крупный проект, где Тверская область будет активно участвовать. Еще одной важной частью деловой программы форума стало соглашение, благодаря которому Тверская область войдет в Большое Золотое Кольцо России. Создание нового турпродукта инициировано Федеральным агентством по туризму и правительством Тверской области.